Всем привет! Сегодня я вам покажу, как построить рогатку. А перед тем, как начать туториал, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. А сейчас давайте я вам покажу, что умеет эта рогатка. Она умеет подниматься вверх, вниз, поворачиваться вправо, влево. Еще она умеет натягиваться. Также она вращается вверх, вниз. Стрелять в такой рогатке очень весело и прикольно. Потому что здесь вам нужно самим прицеливаться с помощью клавиш, натягивать рогатку и стрелять. А с помощью камеры можно посмотреть, куда мы попали. Напишите в комментариях, у вас получилось построить такую рогатку и смогли ли вы добросить этот камушек до сундука. Сейчас давайте еще немножко посмотрим эту рогатку, а потом я вам покажу, как ее построить. Давай в конец к водопаду. А ну давай попробуем. Рогатка готова к выстрелу. Натягиваем. Целимся. Огонь. Немножко промахнулись. Давай, все, я первый слой преодолел. Все, дальше подыхаю. Ладно, жди, я сейчас тебя спасу. А сейчас время туториала. Сейчас поднимемся на небольшую высоту и там начнем строить рогатку. Здесь ставим сервопривод и к нему прикрепляем 8 пружин. Здесь ставим еще один сервопривод и к нему ставим деревянный блок. На рулетке ставим 0.05 и делаем максимально тонким блок. Здесь ставим 2 сервопривода. Один из них удаляем. Получается вот так. Теперь сюда ставим еще 8 пружин. Здесь снова ставим 2 сервопривода, а один удаляем. Теперь все это соединяем. Теперь будем строить механизм, чтобы рогатка могла поворачиваться вправо-влево и опускаться вверх-вниз. Строим механизм, как показано на видео. Поставим здесь 5 поршней, чтобы мы могли подняться повыше. Колеса поставим с двух сторон, потому что так будет устойчивее и красивее. Крутящий момент рекомендую поставить на максимум, а скорость на 0.5. У одного из колес включаем обратное вращение. У поршней скорость ставим на 1. Давайте пока разместим кресло водителя, все привяжем, а потом будем строить верхнюю часть. Нижнее колесо привязываем на клавиши А, Д. Колеса, которые находятся повыше, на клавиши В, С.
поршни привязаны на клавиши Z, X. Поднимаемся наверх и сейчас будем строить место для снаряда. Строим его изо льда, чтобы снаряд летел дальше. На рулетке снова поставим 0.05. Сделаем этот отсек чуть побольше. Теперь все это нужно опустить на один блок. Закрепим, чтобы не отвалилось. Здесь ставим 3 блока. Удаляем предыдущие 2 и туда прикрепляем магнит. Эту ледяную платформу нужно прикрепить к сервоприводу. Сзади этого деревянного блока ставим 6 поршней, отключаем у них фиксацию и раздвигаем. Здесь ставим блок масла. А потом с помощью дерева закрепляем это все к платформе внизу. Я решил немного расширить, чтобы было покрасивее. Здесь строим снаряд. Можно сделать просто, например, пластиковый кубик серого цвета. Можно там ракету построить, что хотите. Еще я поставлю камеру, чтобы можно было посмотреть, куда летит снаряд. Его привяжу на клавишу C. И включу прозрачность на 100%. Снаряд нужно соединить со льдом с помощью масла и привязать на клавишу F. Магнит тоже привязываем на клавишу F. Масло, которое держит поршни, нужно привязать к кнопке, а также магнит. Выделяем все поршни, которые находятся наверху, отвязываем их и привязываем на клавиши VB.
Эту заднюю массу нужно отвязать от кресла. Сохраняем, заново загружаем, отключаем фиксацию и можно делать проверку. С помощью клавиши X мы можем подняться повыше, Z, чтобы опуститься. Также, используя клавиши вперед, назад, вправо, влево, можно регулировать точку стрельбы. Натягиваем с помощью клавиши V и стреляем. Чтобы стрельнуть, нужно сначала натянуть, потом нажать на клавишу F и нажать на кнопку, которая стоит у нас рядом с персонажем. Если нажать на клавишу C, то мы сможем посмотреть, куда летит наш снаряд. Управление немного сложненькое, но надеюсь, вы разобрались. На этом я буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Ух Геймс. Всем пока!